Известные военные, ученые, педагоги, видные деятели науки и искусства. Все это выпускники Шихозанской школы. На днях старейшему образовательному учреждению республики исполнилось 200 лет. Несмотря на современное здание, эта школа одна из старейших в республике. История ее начинается в 19 веке, а именно в 1819 году, когда школа, как церковно-приходская, была открыта священником Яковом Каменским. За два столетия из стен Шихозанской школы вышли известные государственные деятели, ученые, военачальники, писатели. Здесь учился и классик чувашской поэзии Михаил Сеспель. С 1952 года школа носит его имя. Наши выпускники, где бы я вот и не встречал бы, где бы они ни работали, они всегда для меня самые добрые и желанные люди. Я горжусь, что действительно я учился в этой прекрасной школе. История школы – суть истории Чувашии. Вместе с республикой педагоги и их подопечные принимали участие в ликвидации безграмотности и коллективизации, укрепляли сельское хозяйство и развивали промышленность. И, конечно, защищали родину на всех фронтах. У нас была правильная мотивация, вспоминают бывшие ученики Шихозанской школы. Ставить перед собой цель детям, поставить с собой цель надо ставить обязательно, и стремиться к этой цели. Много читать, много знать. Несмотря на солидный возраст, Шихозанская школа идет в ногу со временем. И сегодня это ресурсный центр по внедрению инновационных образовательных проектов и реализации республиканских программ.